Простые правила дорожного движения должны знать все учащиеся, а особенно первоклассники, которые уже вступили на новый для них путь – получение знаний. В начальной школе номер 6 обучению ребят правилам дорожного движения уделяется особое внимание, направленное на развитие в каждом из них ответственности и внимательности. Работа по обучению детей правилам дорожного движения – по формированию у них практических навыков начинается уже и в детском саду, и в начальной школе. Положительного результата поможет достичь комплексная работа в этом направлении. Для того, чтобы она была эффективной, конечно, используются разнообразные ее формы. Это и тематические классные часы, это и обучающие занятия, это и участие в различных мероприятиях, практическая отработка маршрутов, безопасных маршрутов движения дом-школа-дом. В общем, все эти формы проводятся и в нашем учреждении образования. А для того, чтобы ребята не забывали об этих правилах и каждый из них был внимательным на дороге, сотрудники госавтоинспекции провели акцию посвящения в пешеходы, на которой в интересной для всех игровой форме напомнили ребятам о том, как правильно переходить дорогу. Одно из первостепенных задач госавтоинспекции является именно предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, ведь все-таки дети – наше будущее. Сотрудниками госавтоинспекции на постоянной основе разрабатываются различные профилактические мероприятия, а также методы обучения несовершеннолетних дорожной грамоте. В торжественной обстановке ребятам были вручены их самые главные первые документы – удостоверение юного пешехода, чтобы первоклашки понимали, что каждый из них должен быть ответственным и уметь отвечать за себя и свои поступки. Знать правила дорожного движения и научить им подрастающее поколение – наша главная задача. Ведь степень ответственности, с которой дети будут относиться к исполнению этих правил, напрямую зависит от взрослых. Потому что именно они являются теми людьми, с которых ребята берут пример. И очень важно показать им свое достойное влияние. Надеемся, что таким образом удалось еще больше заинтересовать ребят, для того, чтобы они все-таки неукоснительно соблюдали правила дорожного движения. Но обращаясь к родителям, хотелось бы сказать, что необходимо ежедневно напоминать детям о важности соблюдения правил дорожного движения. Ведь родитель является для ребенка главным учителем. Ну и, конечно же, участвуя вместе с ребенком в дорожном движении, показывать на своем примере, как необходимо себя вести. Наталья Хомич, Эдуард Букунович, Юрий Лимонтович, Новости БукТВ.